Всем доброе утро. Я иду в гости с утра пораньше. Иду, мне нужно покрасить Свету. Иду к ним домой первый раз в их новую квартиру. Понесу им небольшой подарок первый раз. Вот такую чашку для заваривания чая из трав. Свете она очень пригодится. Она очень такую чашку хотела. Если Света мне позволит, я сниму их квартиру. Квартира в новостройке, я никогда там не была, в однокомнатной. Как-то темно. Вот сегодня у нас тишь и гладь Божия благодать. Мороз чувствуется сегодня. Все устаканилось, метель утихла, снег не идет и кругом. В общем, все ровненько и такие только дорожки протоптаны узенькие. Но обычно вот здесь проезжает трактор. Что-то в этом году и дворник наш подкачал. Ну ничего. Все хорошо. Ну, конечно, мороз чувствуется. Я думаю, куртку проверю, как она у меня. Ну ничего, ну, пока не холодно. В гостях здесь однокомнатная квартира. Первый раз я зашла. Вот получается такой тамбур. Здесь ванная, мы туда ходить не будем. И там кот спрятали, очень такой, мне уже поцарапал. Вот это вот злюка, этот кот, который мне поцарапал у Светы, вот какой он, рассказывает. Он у нас царь, мы его сильно любим, поэтому он у нас на первом месте. Отвернулся, ну покажись. Лелеем, холим, да, Тоша? Как зовут? Тоша. Где вы его взяли? В добрые руки нам отдавали, мы просто хотели себе кота, и мы решили не покупать. А взяли осчастливить какого-нибудь самого несчастного, который должны были выкинуть на свалку. Он малюсенький был? Малюсенький, 3 недельки ему было. Он неделю у меня в ухе спал. Он просто тупо ложился мне в ухо, чмокал и спал. И мы его выхолили, вырастили вот эту вот сволочь такую. Он орет, если мы приходим поздно домой, а он целый день один. Только ключ ставили, он кричит благим матом, кричит, как сумасшедший, где вы ходили, что я голодный сижу целый день. Который жрет только паштеты, вискас. Слушай, сухой, не ест, а вас не кусает он, не царапает? Нет, что ты. Нет. А вот гости приходят к вам. Ну... Денис, Наташа, все дети, они утискают, как орла. Да? Они, ну, наверное, чувствуют, что я котов не люблю. Да, может, они... Я люблю собак, я их боюсь. Женя котов. Приходит, дети его приходят, они, он вообще их... Ой. Ну, вообще, конечно, очень красивый. Да. Очень. Если бы еще был у добрый... У него мама была британка, как она сказала, а папа, не пойми что, нагулялась. И поэтому что-то у него есть породистое, но мы все равно его любим. Ну, конечно. Мы не знаем, как мы без него жить будем. Все. Купается со мной. Я ему просто, он все понимает. Я говорю, Тоша, пошли купаться. Нет, ну он садится в ванной, сидит, смотрит. И вот пока не выкупает, пока не скупаюсь, пока не переоделась, он будет сидеть. И обязательно его нужно умыть в конце. Душ, я его беру, сразу просто вот так вот водичкой умываю. Он довольный и уходит. О. Начинается. Чего ты? Ой, конечно, с характером видно кот. Ой, видишь, царапает. Сейчас дом. Я бы собаку, может быть, хотела. Собаку выводить надо. Ну, это всегда повод есть. А здесь вот прихожка. Оказывается, здесь переделывали планировку. Здесь была раньше ниша туда заходить. И даже, ну, не представляю, но как-то так было. А здесь люди делали гардеробную. Света взяла квартиру в ипотеку вот только недавно. И вот они заехали сюда. Здесь, получается, ну, была гардеробная, но Света хочет все это переделать и опять сделать здесь нишу. Как бы, ну, ей видней, как им будет. А просто Света почему такую квартиру захотела? Они жили уже в таком новом доме, снимали. Им нравилась планировка. Получается вот такая комната, здесь диван. Какие-то вещи они покупали уже, ну, на Авито. Окно. Это дом новостройки, ну, жилой дом уже давно. Вот получается, какой вид из окна. Там дальше родина, декородина. К Новому году уже у них гирлянда. Конечно, люди сначала все нравится, потом каждый хочет переделать что-то под себя. Ну, по мне, как я зашла, мне очень
уютно. Арочка такая. Ну и кухня. Кухня, конечно, в новостройках, кухни большие. Сейчас, если свет где-то найду, включается, где свет. Так, вот, нашла. Вот у них даже диван стоит. Из, как называется диван? Икея, да? Столик. Муж Свете подарил орхидею. Так. Здесь нет ремонта еще. Все такие стены. Они такую брали квартиру. Ну, конечно, ипотека — это очень тяжело платить. Света надеется на рефинансирование. И лоджия. Это, конечно, обалдеть, когда есть лоджия. Коля здесь обшил вагонкой. Утеплил, да. И здесь был теплый пол, но, говорит, не включать. Ну, тепло, конечно, на лоджии. И вот у Светы такая оранжерея. Здесь у тебя тоже, да, вот эта орхидея растет? Орхидея, желтая часть, это все разные. А вот этот цветочек вот сверху, вот этот самый вверху, это что? Ой, не знаю, как он называется, это мне, но он очень-очень долго растет. Что-то это уже третий год растет у меня с такого вот липусечки. А эти цвели, цветы? Вот да, это эти, как их, фиалочки. Да, подцветали, но смотрю, вчера поливала вечером. Я тут включаю свет, и вечером тут мое. А денежное дерево, сколько оно у тебя уже? 3 года. Маленького посадили, маленького, да? Совсем, такого осенького. 3 года выросло. Это тоже долго стояло. Вот, пусть посоветуют, не растут у меня эти, то есть не цветут герани. Кусты, я их уже и обрезаю, и что-то вот зелень гонит, и все. А в интернете смотрела? Да, смотрела в интернете. И йодом, и сахаром. А у тебя раньше были герани эти? Раньше когда-то были, я их очень люблю. А вот сейчас перестали цвести. Ну как, уже практически год не цветут. А мне когда-то соседка подарила цветущую герань, и она у меня не прижилась и не жила. Вот у мою атмосферу, наверное, герань, и мне не нравится. А мне, может, ей не нравится здесь жить. Я этом. Люблю. Не знаю, хочу попробовать. У вас, короче, здесь солнечная сторона. Да, у вас получается? Да, очень жарко. До обеда солнца у нас. А-а-а. После обеда нет. До часу где-то так. Свет, нравится тебе жить в твоей квартире? Очень. Я до безумия люблю. Я вот сейчас, подожди, я тебя переключу. Так, Света, подружка моя, вы уже видели. Привет. Привет, привет всем. Вот спрашиваю, нравится тебе жить в своей квартире? Очень нравится. Я кому в гости бы не приходила, несмотря на то, что и ремонт не сделан на эту кухню. Я очень ее люблю. Мне кажется, у меня лучше всех, честно. Вот, ну, нет у меня такого, что вот, и я бы хотела, чтобы у меня так было. Ну, иду тут по гостям. Ты посмотришь, да? Да, да. Но мне кажется, что у меня самая лучшая квартира. Я очень люблю ее. Может быть, потому что я ее сама выбирала. И когда я ипотеку брала, я знала, что я хочу. То есть я не смотрела там, что мне предлагали эти риэлторы. Я искала сама квартиру. Ну, потому что ты такой уже, да, пожила? Да, мы в том подъезде жили, только на 10-м этаже. Она была, я сказала, я буду искать только такую квартиру. Других вариантов мне не нужно было. Двушки, мне ничего не надо было. Я хотела... В старых домах, да? Да, я хотела именно эту квартиру, и она мне очень нравится. Я прихожу сюда, такая спокойная, ну, очень. Ну, может, атмосфера, конечно, хорошая. Здесь вот так отдельно лоджия, это так как тоже, да, можно уединиться, отдельный такой уголок и цветник. Да, да, я вечерами здесь, я включаю свет, темно везде, я начинаю цветы свои поливать, там где-то обрабатывать. Это мой уголок, я люблю его. А орхидеи куда поставишь? Здесь будет стоять или, ну, на, посмотрю, кухне? Посмотрю, может, здесь, не, на кухне однозначно не буду. Все, пока-пока.